Просто вы понимаете? Я ждал, когда начнется игра, я специально его не убивал. Ну чего ты ждал, если сказал, что ты играешь? Просто зашел и убил меня, крыса! Говорит человек, я изначально говорит человек, стоял, который чужие тактики. Я там тоже стоял, я его увидел. А я не знал, где ты. Он еще плюнул в нас. Ё-моё. Кто плюнул? Он... Ты сейчас кто... плюнул? А кто нас плюнул был с вами? Он что сказал? Тьфу! И Таби убили. Лама, я тебя не сразу заметила даже, ты просто с боками слилась. Это было очень смешно, я просто на тебя смотрела. Ребят, я Жека, Плей, ты хотя бы кого-то убьешь в этой жизни! Слушайте, мне страшно, честно. Мне против вас даже страшнее играть, чем после против старых наркоманов Петровича. Мне кажется, вы намного лучше играете, чем они. Нет! Мать ты мою! Обкакундился просто и даже не обернулся. Вы себе даже не представляете, насколько у меня сейчас мини-инфаркт случился. Я посмотрел в одну сторону и все, и до свидания просто, короче. Я-то представляю, я это все видела. Ты это видела? А я в это время еще смотрел на. Второй монитор и донаты пытался прочитать. Да как? Слушайте, волчонок трех человек этот уже убил. Волкада, ты че? Я прости, Лама. Не верю, что происходит. Я вам говорю то, что не лучше играют, чем даже старые наркоманы, Петрович. Вы что там, сумасшедшие, спасибо, что ли? Ну, кроме тебя, Мия, ты всех провешь, ты всех разорвешь, знай это, Мия. Да вообще, Мия такая классная. Волчонок остался, Мия и Тимоха. Даже а ты? Ну, я не в счет. Я так, я не умею играть. Было, да? Я не умею играть. Да-да, конечно, вообще. Да, в смысле, конечно, я сегодня ни одного человека еще до сих пор не убил. Видел двух или трех человек, каждому по башке выстрелил, ни одного не убил. То есть остался я, ты, Мия и Тимоха? Да. Знаете тактику? Ставишь темный скин и стучишь это в темноте. Вот это тактика. Вот это хорошая тактика. Ну, я говорю, я столько человек видел, я столько человек стрелял, ни одного не убил. А вы ядрить колотить, вы хотя бы бегайте по карте, а то я, как обычно, я бегаю, сейчас где-то одна крысятина пока будет... Не, я бегаю. Сейчас одна крысятина где-то будет сидеть и просто выбежит такая, и все. И это будет первый стрим в истории, когда я не убью ни одного человека, мне кажется. Вот это будет, конечно, идеально. Вот еще раз, чтобы я с кем-то появился и пожалел его и не стал его трогать, не повторится такого. Ребятки, будете я бегать? Я с ним появился... Меня подожди, Мия! У меня патроны закончились! Да. Блин! Молодец, Мия! Сава! Мия, ты уже один раунд взяла, ты там как бы поосторожней. А это нечестный это? Раунд был, я его взял. Нормальный. Нет, ты ничего как не брал. Как раз ты нечестный раунд взял. Вот это честно. Нет, не нравится. Вот это, честно. Вот это честно. Вот это реально честно. А Клайпу нечестно, да? Так у меня хороший вопрос, типа, Тимоха специалист. Тимоха специалист по таким убийствам. А, ну, это да, это я соглашусь. Тимоха, ты, конечно... Ядрить колотить, я застрял! Я сейчас, я реально, я просто обкекаюсь, если я за этот стрим ни одного человека не убью. Пока, давай, мы с тобой братва, ты меня хочешь убить? В смысле, так ты по мне сейчас стреляла? Я не увидела тебя даже. А подожди, а по мне сейчас стреляет тогда этот? Это Тимоха. Тимоха, пропердоха! А где он? У него самый яркий скин вообще на всем сервере. Просто фиолетовый. У него говорит, ты говоришь, что я по тебе стреляю. Ты по мне сейчас сам стрелять начал. Ты мне пуля в лицо чуть Тимоха! Как? Где ты был, кстати? Это так сильно не переживай. По кранам. Это, ну ты так сильно не переживай. Ну я, слушайте, я недалеко был. Как это? Мия! Молодец. Мия! Что я? Ты два раунда взяла! Ну да, вроде бы. О, я тебе предлагал не трогать меня. Ну вот, ну как бы вот сам. А я виноват. Я сейчас приду, вы там разбирайтесь, клапан с Мия, я сейчас приду.
да я не могу никого убить! В смысле, что такое? Я за эти два раунда ни одного не кокнул! Ни одного! Ребятки, если я в третьем раунде не убью ни одного человека, можете меня лаха-петричкой называть, просто официально. Не, я должен хотя бы одного убить. Кто-то по мне так ты сейчас так сказала, ты залагала, ты залагала и сказала... Примерно... Я сейчас уйду с твоей команды, я не буду с тобой играть вместе. Ты будешь один с Клайпом. Нет, не оставляй меня с ним. А я шутка какая-то. Ну, с сосинкой. Так ты не в команде с Сони же, с ним же. Я в команде с сосинкой, конечно же. Сосинка. Сосинка. Сосинка, мы с тобой в команде? Конечно. Конечно. А как может быть нет, если всегда да? Всегда с сосинкой в команде. На мне... висит какое-то проклятие. Жека Плей наконец-то убил первого человека. Это Жека Плей быстрее убил первого человека, чем я! Я рад этому. А я нет! Я тоже еще никого не убил, меня Вулкада со спины убил. А я тоже никого не убил. Да, меня вообще никого не убил. Вообще не убил. Если меня здесь кто-то убьет, где в принципе невозможно, чтобы меня кто-то убил... Я это последний стрим, когда я в снайпера играю, честное слово. Скажи мне, где ты? А, и чё? И ты хочешь, чтобы мы больше никогда в снайперов не играли? Не-не-не, ладно, всё. Я не понимаю, что происходит, честно. Из трех раундов, это третий, я до сих пор не убил ни одного человека. Это всё потому, что нас мало. Это всё потому, что вы крысы. Вместо того, чтобы бегать, вы просто на одном месте сидите. Вот я бегаю, а вы просто в одном месте крыситесь. Поэтому как бы вы и выигрываете. Всё с вами понятно, короче. Два раза. Плюсую. Я два раза бежал всю карту. Это мы же с тобой в команде, да? Я в тебя верю, ты затащишь. Да, мы с тобой в команде. Давай, я тебе буду говорить, где Мия. Давай. Если ты это сделаешь, я больше с тобой никогда не буду. Она два раунда выиграла. Она выиграла два раунда. Если сейчас кто-то находится в администрации, считайте, вы забанены. Так тут нет администрации. Не в администрации, а в этом огромном доме. Если там кто-то находится, считайте, вы забанены. Все! Я вообще прибежал сюда. Господи, ты что? Да ну вы что, рофлите, что? Я себя так же чувствую, Клайп, вот точно так же я себя чувствую. Я пришел, пробежался, стрельнул, промахнулся, он развернулся. Просто понимаете, люди, которые впервые зашли поиграть с нами, убивают Клайпа на раз, два, стрис, убивают меня на раз, два, стрис. Мне страшно, боюсь Эда. Это такая... Он боится меня. Мия, ты бы видела, какая-то смешная ситуация. Просто такой дебилизм, я по-другому это даже назвать не могу. Это была... А, я понял, какая это смешная ситуация была. Она прям очень смешная была. Я понял. А я не понял. Клайп, который тащит всегда, я, который тащу всегда, и заходит какой-то Тимоха и убивает всех просто. Тимоха, Тимоха до сих пор находится в самом большом доме и до сих пор там кемпери, да? Он был, я знаю, где он был, я его видел. Да я тоже знаю, где он был. Он бегает на одном этаже, на одном месте. Видишь, что говорят? Ты бегаешь просто в огромном доме всю игру. Я тебе могу дать то же самое предупреждение, что я всегда давал Стасику и Лере. Выбегайте из этого огромного дома, или я его просто удалю! Осталась Мия, я и Волчонок. Я до сих пор не убил ни одного человека. Я пробежал уже всю карту. Я никого, точнее, вас обоих я не увидел. Вулкада сейчас в открытую просто перебежал. В открытую. Да я понимаю. Мне как-то страшно. Просто я бежал эту карту столько раз. И все, что я как бы получил, это пулю в голову. Так ты живой? Я живой, но сейчас смотри, раз. Почему не еще? Настолько сердце колотится. Вы даже человеку досчитать не дали. Мия, мне с тобой страшно. Я тебе говорю, мне с тобой страшно оставаться. Я знаю, что в жизни страшно, но я не убиваю. Ты не ассасина, мы тебя не приглашали.
Меня... В смысле, ты сам сказал, что мы на команде? Без пиццевого ученых. Не повезло. Мне кажется, что все. Мне кажется, я первый человек три раунда застримсила. Давайте еще. У меня сейчас настолько просто сердце... Господи. Почему все молчат? После этого Мию никто не видел. Добро пожаловать в бан. Всем пока. Два рекорда за один стрим. Я не убил ни одного человека за... Ни одного. Я, в принципе, за всю... За три раунда почти никого не видел, потому что народу мало, и они все крысятся. Каждый забился в уголочек и такой... Я не буду вылезать до последнего момента. Ну, как бы оно и понятно. Мия три раунда взяла. Не, мы с ней в команде, я как бы это понимаю. Мы с Мией были в команде, мы с Мией победили. Я затащил три раунда, получается. Три, чтобы вы просто понимали. Я впервые на стриме с Мией три раунда затащил, ребят. Ну и на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, Эдисону еще повезет, и он снова начнет побеждать в снайперах. Но это не точно. Но если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был по-прежнему Агрик. Всем пока.